Всем привет, с вами Тимон. И, ребята, у меня новая посылочка, свеженькая. Буквально вот с пылу жара китайцами отправлена с Алиэкспресс. И в этот раз у меня, видите, коробейничка такая, ни мала, ни величка. В принципе, заказал очень прикольную штуку. Вы знаете, я ходил часто, вот ходил в переходах, там, знаете, там возле базарчиков, где часто, короче, у нас такие продавцы там всякую хрень китайскую продают. И я смотрел, почем они продают вот эту штуку. Я был в шоке. Я подумал, да нафига мне переплачивать? И решил зайти в Алиэкспресс, тем более я уже видел видосики. Вещь довольно прикольная, я думаю, вам понравится. Ну что, ребята, не будем тянуть кота за хвост, давайте уже распечатывать и посмотрим, что там внутри. Так, у нас здесь очень-очень, ребята, интересная штука. Вау, вот она. Быстрая была распаковочка. Короче, это лампочка, специальная LED-лампочка. Ну не просто, знаете, такая нудная лампа, которая светит. Это диско-лампа. И давайте уже смотреть на нее. Кстати, прикольная такая коробочка. Интересно. Вау! Вот она, смотрите. Давайте я вам уже приближу, посмотрю. Здесь, как я понял, вот эта вот специальная штучечка, которая рассеивает. Тут разные светодиоды внутри, они разных цветов. И, как я понял, она еще крутится. То есть она крутится и создает эффект диска. Знаете, когда в диско, короче, вот эти вот разноцветные такие лучи идут. Ну что, это стандартный толстый цоколь, по-моему, Е27, вот так вот его называют. И давайте, ребята, что на нее смотреть, что ее разглядывать? Лопа да лопа, давайте уже ее проверять. У меня тут есть мой прибор освещения, который вот здесь вот слева светит. Сейчас я его выключу, заменю и поставлю эту лампочку. А, ребята, я уже все подготовил для демонстрации, но вы будете ржать, короче, я не нашел свою лампу освещения и, короче, на ходу из подручных средств зарядил вот такую вот штуку. Прикиньте, у меня был патрон, я к нему присобачил розетку. Короче, все очень просто было, и даже школьник, наверное, сможет это сделать, учитывая, что я это делал это второй раз в жизни. Так, ребята, вот смотрите, вот моя розеточка, давайте я как бы сейчас продемонстрирую, просто покажу, как оно вообще все происходит. Вот так вот, видите, крутится вот эта вот штучечка, она как бы создает такую сферу, потому что она состоит из таких много маленьких ромбиков. Внутри у нас, видите, три разных светодиода, и они вот такой вот красивый, короче, спектр лучей создают. Ну что, ребята, давайте, короче, поиграемся с ней. Ху-ху! Сейчас я выключу свет, и мы прикольно поиграемся. Выключаю. А для демонстрации, короче, диска у нас будет участвовать Лизун из корпорации Монстров и Джордж с Пеппой. Короче, ребята, включаем музон и начинаем. Ху-ху! Короче, вот такую вот штукенцию я заказал, как видите, Пеппа с Джорджем и Лизун их прямо обнял, они клёво оторвались на этой диске вечеринки, убираем их. Я считаю, за, давайте посмотрим цену, 2.5 бакса, это очень клёвая штука, и китайцы молодцы, реально, короче, не обдурили, прислали очень быстро, там, по-моему, в течение 20 дней, в последнее время они вообще меня радуют, так быстро доходят посылки. Все работает, штучечка вот эта вот на этом штыре крутится, внутри работают светодиодики, потребляет вообще не очень. И я думаю, если вы пригласите друзей, захотите устроить какую-то диско-вечеринку, такую штуку обязательно нужно у себя уметь дома. И что, ребята, я на этом, наверное, заканчиваю. Все ссылочки на продавца, на вот эту вот лампочку я оставлю в описании. Кто захочет, перейдете, посмотрите. В принципе, продавец уже проверенный. Мы знаем, что вот заказывать можно такие штучечки, такие лампочки, 2,5 бакса. И на этом я, ребята, заканчиваю. Если вам понравился видос, ставим лайк за диско Пеппу. И, ребята, всем удачки и пока-пока.